насчет этих ребят, которые сейчас тренируете? Ну, ребята, некоторые перспективнее, некоторые опытнее. На этом уровне, я думаю, что они достаточно выглядят достойно, хорошо. И мне приятно увидеть и этот уровень тоже, который сегодня они находятся. Поэтому я думаю, что за одну тренировку будет положительный и для них, и для меня. И что вам дало решение, что нужно провести эту тренировку? Мне попросили, чтобы сегодня я провел тренировку, попросил мой друг, поэтому я не мог отказаться, и я с удовольствием проведу одну тренировку. Все что-то от того, что мне самому интересно на таком уровне посмотреть футболисты, на что способны и на что готовы. Estás como un sueño. Видишь, какое поле короткое, а футболисты много. Это говорит о том, что много будет контакта вот на этом маленьком поле. И выделяются те футболисты, которые все быстро решают. Я сейчас могу им дать, допустим, по всему полю, но это ничего не даст сегодня. А сегодня наша задача просто понять, у кого какое мышление, кто с мячом быстрее работает. Народ много, понимаешь? И надо, чтобы с этой ситуации быстро выходить. Jāni, pāris vārdus, kāda sajūta šobrīd? Superīgi, jāiet uzbrukumā. Treniņu. Damas Pērts ir foršs treneris. Jā, ļoti gaidīju šo dienu. Es, principā, jau beidzu spēlēt futbolu tādā līmenī. Ir IFK Lielupē pabeidzu. Pie tā maz gribējās atnākt. Patrenēties. Viņš tā daudz ar skonto sasniedz. Nu, ļoti kvalitatīvu spēli uzlika tur. Jā. Un ir tas, ko gaidīji? Vai vēl vairāk? Īstenībā pietiek. Nu, es domāju, ka ar skonto gan jau citādi viņš tur bija trenējis. Skaidrs, ka ar mums būs nedaudz citādi. Bet galvenais, kas redzu fiziski, liek tur daudz skriet.
daudz vairāk nekā mēs savos treniņos skrējām. Tas pareizi. Tu domā, FK Lielupē šis treniņš palīdzēs? Iedvesmos? Atkārši šis pesimists. Daļai viņam taisnība, es nezinu. Atkarīgs no spēlētājiem, ko viņi no šī treniņa sapratīs priekš sevis. Как вам понравилась тренировка в составе ФК Лелупе? Очень хорошие ребята. Пытаюсь играть пас, молодцы. И как Тамаз, тренер? Тренер очень хороший. Да. Заветно, мастер. Да. Устали? Ну, есть немного, да. Надо было бы сделать перерыв, но попить. А то все выдохлись там, в полтора часа. Мы играем? Nu, tev kā no organizatora viedokļa, kādas domas treniņš izdevies? Es domāju, ka jā, visiem patika, tas pats galvenais. Ka visi priecīgi, visiem labs noskaņojums, tas pats galvenais. Svaic visiem. Šī bija vislabākā futbola diena? Latvijā notiek. Есть! Все, спасибо!